35 очагов наркосодержащих растений выявили сотрудники челнинской полиции в этом году. В основном это дикорастущая конопля. Уничтожено 340 кустов, сообщают в УВД. Но не только на улице растут дурманящие растения. Челнинец признался, что выращивал каннабис у себя дома. По его словам, для собственного потребления. Создал надлежащие условия для полива, соблюдения светового, температурного режима в помещении. В отношении молодого человека принимается решение о возбуждении административного материала, наказание по которому предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Самый крупный участок обнаружен в поселке Орловки – 70 кустов дикорастущей конопли. О дикорастущих наркосодержащих растениях или лицах, которые их выращивают или распространяют, челнинцев просят сообщать по телефонам 37 91 52 или 02.